Всем привет! Сегодня будет видео об Harvester, то есть о Harvester, John Deere, такой большой машине, которая режет лес. Сейчас мы пройдем ближе, осмотрим машину и осмотрим, как будет видео, как она работает, как она режет лес. Ну, давайте подойдем поближе. Машина John Deere, модель 1270D. Очень большая машина, имеет 18 тонн. Есть стрела, как мы видим, огромная. Вылет стрелы 11 метров. Движок очень огромный. 8,1 литра, бывает 9 литров. Дизельный. Ну и как мы видим, шестиколесная машина. Вот сейчас подойдем, посмотрим модель. 1270D-шка, то есть дизель ЭКО-3. Огромные колеса. Сейчас я подойду, посмотрю, какой размер колес. Как мы видим, такие большие железные колпаки на ниппеле, чтобы не сломать ниппель, не сорвать. Вот даже есть немного уже забилось дерево. Так, что у нас здесь есть? Это Альянсе. Так, вот размер пошел, да? 700 на 55, черточка 34. Вот дальше есть 366 LS2. Огромные колеса. Стрелка, в какую сторону должны вращаться. Сейчас мы подойдем уже ближе к стреле. Посмотрим, какой здесь механизм захвата. В задней части мы видим большую пилу. Есть такие шипованные диски, такие шестерни, что по сторонам захватывают дерево вот такими большими крюками. Они открываются, захватывают дерево. Ну, сейчас это дерево здесь эвкалипт, как мы видим. Сейчас мы посмотрим видео, как эта машина работает, как она режет лес. И как она справляется с этим делом. Ну, как мы видели, вот так эта машина работает, так она режет лес. Еще пройдемся с другой стороны машины.
Как мы видим, уже свет лампы на диодах. Уже сзади имеем камеру. Камера заднего вида, тоже фонари диодные. Ну, есть антенна CB, то есть рация. Сейчас мы попробуем подняться. Да, здесь вылезти. Опа. Вот такой большой воздушный фильтр откручивается вверху. Вот выхлопная труба. Сейчас мы глянем, какая она огромная. Вот, сравните ладонь, выхлопную трубу. Уже успел замазаться. А, есть такая гарь. Но это не гарь, это пыль с дерева, с коры. Так, сейчас мы постараемся спрыгнуть без увечий. Опа. Ну что, пройдем еще к задней части. Жандир. Знак Жандира. Горловина бака. Еще раз повторюсь, бак на 480 литров. Здесь через решетку видно желтенький большой движок на 8,1 литра. Дизельный. Бывает на 9 литров. Нижняя часть есть такая защита. Железные такие большие защиты. Все на масленках, как мы видим. Можно это все дело смазывать солидолом. Колеса огромные. Если я так стану, мне 1,80 м, колеса так по грудь в высоту. Еще раз пройдемся к стреле. Ну и, наверное, будем уже заканчивать видео. Спасибо за просмотр. Если видео понравилось, ставьте палец вверх, ну и или вниз. Я и тем другим буду рад. Подписывайтесь на канал. Еще будет много интересных видео об жизни изнутри Европы. Какие цены, какие товары, какие нюансы жизни. Ну и до следующих встреч. Не забудь подписаться на канал. Пока-пока.